Я включила, мы сейчас на мосту на этом решили пойти на Пьяцца Навону, потому что Колизей от нас... вот я начала вам говорить про Колоссео, да? Колосс, смотрите, Колосс, да? То есть, интересно, да? Как-то тоже связано с Римской империей, получается. Романо, империя Романо, Романо. Потому что мы называем Колизей, да, что-то Колизия какая-то, да? А у них это Колоссео, да, Колосс. Вот посмотрите, какой лев, который Марко не любит, а лев-то не может же быть. Это же Вене то должно быть, да? А львы-то везде, на берту то ли. На соло. Ребятушки, только что прошел падре. Сочердоты, да. Священник. Мы их всех падрями называем. Падри, все падри. Хотела вам показать вот этого чурку. Вот прям инженер, да, инженер. Без, как вы любите говорить, без переносицы там кое-кто. Посмотрите, здесь-то что вообще? Здесь что они тут? Что вообще за... Что за миссия вот такое? Просто непонятное. Что здесь вообще? Автомат, что ли, что? Давайте посмотрим. Вот эти вот фигуры, это просто для меня, я не знаю, это вообще... Посмотрите, у него тут что-то на поясе еще баба. Не знаю, это вот статуи, как бы, комплекс этот статуи меня просто вообще добивает, честно говоря. Ой, этот мужик похож на мужа на Тома, на мужа Линет из отчаянных домохозяек. А вообще, как будто с него, с этого памятника сделали этого мужика. Questo, vedi, a famiglia Tom, a marito di Linet. И казали, не свят. Вот, короче, вот эти вот опять же у нас тут, как они называются, типа стелы, да, такие недоделанные. Ой, ну, ребятушки, это просто, ну, посмотрите, что это все. Как-то вот начинает голова работать, думать, что это вообще такое тут просто... За беспредел, да? За беспредел этот костелушка просто. И вот не дал он мне зайти в него, понимаете? Недостойно. Сказал, пришла без милюшки, нечего тебе тут делать. Иди вон отсюда. Без милюшки не приходи. Смотри, какие груди у них. Руки там такие, все такое огромное вообще, да? Ну вот как-то вот, даже вы знаете, если так посмотреть, вроде как бы ничего такого и сложного-то, это же, не знаю, не мрамор, по-моему, я не знаю, что это, но вот они меня почему-то, ну, сшибают, вот это сложное. Ребятушки, это наши все линии, погодите, сколько их. Ну, еще раз посмотрим на этот вообще мост, просто, ребятушки, понимаете, просто если, а тут посмотрите, какая, и на ней еще чайка сидит. Дамочка. Это вот на мосту такие комплексы вообще, обалдеть, я обожаю. Вот так же, как и в Санкт-Петербурге, вот, мне нравится. Вот эти вот ангелы какие-то, смерти, не знаю, чего там. Вот там тоже, кстати, классный мост, я его не сняла, блин, но там арки, посмотрите. Сейчас вам покажу, видите? Там еще маленькие арки, где большие, там еще и маленькие. Сейчас я вам покажу вот здесь, видите. Видите? То есть там большие и еще маленькие. Прикиньте, вот тоже интересно. Вот идет священник. Идет чего-то там колдует. Идет прям молится, понимаете, колдует. Че? Колдуй, папа, колдуй, дед, колдуй, серенький медведь. То есть, да, кстати, вот колдуй баба, колдуй дед, мне всегда нравилось, что не... Вообще не в ритм получается. Ну ладно, не будем отвлекаться на всякие... Не, он просто идет, и бжи-бжи-бжи-бжи. Вот как вот... Вот типа пугаются все вот этих вот... Ругаются все там на этих, на мусульман, короче, что они... Бля-бля-бля-бля. Вот он сейчас вот идет... И бормочет про себя, блин.
чего-то. Опять, посмотрите, у нас два здания абсолютно, видите, похожи. Не то, что похожи, абсолютно одинаковы. Вот. Так. Надо мне закрыть. Ну идем, что, идем искать Пьяцца Навону. Там эта лестница испанская. На сегодня хватит, потому что, в общем-то, знаете, это пока все разобрали. Ой, смотрите, смотрите, этот кольчуги, блин, романский. В этом году меня поставили. Да, вообще дом странный. Смотрите. Такой кусок стены, вы глядите, вы видите? Да? Как дом оторван или что? Видите? Это базилика вообще. И вот посмотрите, она просто, ведь рядом. А посмотрите, там тоже купол как будто вогнутый уже, да? Смотрите, он правда не круглый. Обогнутый. А, я говорю, что вот посмотрите, ну сколько может быть базилик. То есть есть уже Сан-Петро. Потом я три еще насчитала. Потом еще три я насчитала. И вот это вот уже четвертая церковь на извините меня, на пятачке вообще. Сколько тут метров, блин? 100 метров. Тычок. Курс Витторио Эммануэле, видите, этот Витторио Эммануэле везде, помните, я вам говорила, везде, как какая-то главная вот эта вот, не 110 долларов, и до темпо уже, и это соло, como se dice, ребатище. Курс Витторио Эммануэле, sempre passa a un corso praticamente principale, o a fianco, o arriva in qualche, diciamo, castello più importante, per esempio, a Torino, Gran Madre di Dio. Credo che ci sia Gran Madre in centro. Va. E poi c'è la statua di lui. Poi Milano. Vabbè, Milano. Okay. Poi quando non c'è anche altro. Aspetta che io volevo far vedere questo anche. Смотрите, еще одна церковь. Посмотрите, как все опять неровно. У нас уже все вот вогнутости. Вот. Наша вязь, Жабо, да, смотрите, крепости, видите, Жабо, вот, может быть, вот так вот, да, я вам говорила, что может так стены, но мне кажется, еще сложнее расположены. Да вот знаете, что здесь, конечно, вообще зашкаливает, вот, посмотрите, какое искривление домов, посмотрите, вот я вот так покажу, я не знаю, видите ли вы, наружу прямо стена вот. А, ребятушки, я это вижу теперь везде. Или, я говорю, что у меня со зрением что-то. Или, я не знаю. Я просто сегодня, когда ехали, жалко, что я не могла из-за Мишель снимать ничего. Но, как бы, я видела вообще полкупола. Представляете, не купола, а вот это вот, которое у нас не купола, как у нас конус, да? Так вот, около Болонии была церковь с полконуса. Представляете? Подождите, я эту... Одела, сняла эту бандану, потому что, ну, блин, как дурочка, хожу, как этот, вижу, что он с ними там, чтобы меня не убили, если что, будешь в боях, я типа за своих, вот. No, sto dicendo che devo mettere a evidenza se inizia la guerra, almeno mi lasciano vivo. Короче, дома странные тоже какие-то здесь, но это не про искривление, это вообще вот сама как бы структура такая вот у них, что изогнутая, да? Parlo italiano. Roma lì potevamo comprare
Voilà. Voilà, Cici. C'è Italia. Дяденьки там с 50-й. Посмотрите, видите, дома, как вот тоже в Милане. Вот такая идет вот какая-то большая улица. Дома идут такие, простенькие. Вы смотрите, тоже вот Сан-Петро, да? Вот эта улица, да, такая основная, вроде такая, вроде должна быть, по идее, там вообще супер-супер шикарная. То есть это говорит о том, что это не город в нашем понимании, в смысле, там, я не знаю, для богатых там дома, не для богатых. Вот посмотрите, здесь какой украшенный, да, вот так вот. Посмотрите, как украшено здесь. И посмотрите, какие колонны, да? Посмотрите, мрамор какой. Посмотрите, мрамор какой, да? И около Сан-Петро ничего. Абсолютно. Посмотрите, здесь какой джин. И вы, главное, посмотрите, что у него на голове. Наш листик. Видите? Ха-ха-ха. Интересно. Да? Как и в Торино. В Торино только там дракон сидит. А здесь какой-то джин. Какой-то джин. И вот пирамидки, видите, тут. И вот это вот как будто бы в Милане, понимаете вы? Как будто бы в Милане. Но я вам хочу сказать, почему-то около Сан-Петро, который самый, понимаете, Ватикан, это же самое просто богатое вообще, скажем так, сообщество из всех стран. Вот. То есть, может быть, это они вообще владельцы всех стран, может быть, да? И там такие простые дома около Сан-Петро. Вот как бы вот чем это объяснить? И здесь, смотрите, идем, центр такой, да? Это же все-таки Ватикан, понимаете? Все-таки хоть Колизей, а Колизей отсюда, между прочим, ногами 45 минут топать. То есть, это к чему я говорю, что... Secondo te centro centro Vaticano o diciamo Colosseo? Per dire. Vaticano. Вот видите, он тоже, видите, спросила, он говорит, да, Ватикан, вот. Но вот вы посмотрите, я там около Колизея, там очень такие. Вот где этот Капитолий? Было Капитолий? Vicino Colosseo, sì, o no? Capitolio, quello bianco, tipo come la famiglia di Washington, sì. Casa Bianca. Sì, sì, sì. Dov'è che? Penso sia da dove. Mi sembra che è vicino al Colosseo, sì. Ecco, vedete? То есть, получается, вот Капитолий, он же очень шикарный вообще, как само строение, да? Вот это. Но это уже, и посмотрите, там и Колизей, да, там. И там очень шикарные, вот это в нашем стиле, такие все украшены красивые дома. А вот здесь, да, центр, вообще сердце просто вот этого вот, центр, вот этот, просто сердце этого вот механизма, города механизма, да, и ничего, и ничего не украшено ново, пизаново. Сейчас вам покажу вот это вообще просто, ребятушки, посмотрите, сколько лет.